Почти 10 миллиардов рублей. Такой вклад в федеральный бюджет сделала Курская таможня в 2015 году. За 11 месяцев госграницу пересекло 2 миллиона 300 тысяч тонн груза, более чем на миллиард долларов. На традиционном совещании стражи экономической безопасности страны подвели итоги непростого и насыщенного года. Курская таможня работает более чем с сотней стран мира. Наиболее активно внешняя торговля ведется с Китаем – более 10% от общего объема товарооборота. Франция – почти 9%, а также Германия, Италия и Латвия – в пределах 5%. Но бесспорным лидером по-прежнему остается Украина – более 27% или 310 миллионов долларов США – оборот с ближайшим соседом. На экспорт идут продовольственные товары и сырье, продукция железорудной, химической промышленности и машиностроения. Что касается импорта, то в настоящее время усилен контроль за товарами из Турции. По фактам ввоза санкционных продуктов возбуждено 4 административных дела. В 2015-м таможенники выявили немало правонарушений. Одно из таких интересных событий – это, скажем так, попытка вывода денег за границу одной из санкт-петербургских компаний. Суть в том, что завозится дешевый товар под видом дорогого, деньги выводятся за границу. Контракт был порядка 35 миллионов евро, это 2,5 миллиарда рублей. Да? Значит, наши сотрудники сработали очень хорошо, оперативно.